Есть что сказать солдатам ВСУ, которые вот увидят видео это с тобой? Вот ты вот жив-здоров тебе. Предлагаю, ну, тем, что там остались, сдаться в плен и сберечь свои жизни. А что вы там сидите? Других вариантов, ну, там нет. Ты вот на пятиэтажках с нашими парнями пробыл, грубо говоря, четверо суток, да? Да. Чем ты занимался? Ну, патроны там заряжал. Ну, там тебя никто не бил или? Никто не бил, нет. Нормально поели. Кушать давали, пить давали, да? Сигареты давали. То есть отношение было отличное. Если сказал бы и по сравнению с как с нами, то, наверное, в раз 10.